Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хотела вам рассказать о покупочках с AliExpress. Я недавно себе заказала куртку с AliExpress, хочу сделать на нее обзорчик, и еще у меня есть куртка, которую я покупала, и которую вы все спрашивали, где я ее брала. Я нашла сайт, где такая куртка продается, но совсем недавно посмотрела, вроде бы они закончились, но может быть они снова будут. Но там есть такие, как у меня, просто они с капюшоном другим, с мехом чуть-чуть есть. В общем, я вам скину ссылочки, где можно посмотреть такую куртку, как у меня. Это вот такая вот куртка. Как все видели, и очень часто задавали мне вопрос, где же ты ее купила, Селена? Такую крутую куртку. Сейчас я вам покажу. Куртка эта очень классная, на самом деле, я постоянно в ней хожу, тащусь от нее, и она, мне кажется, очень модная, стильная и подходит под все. И что самое главное, она теплая и у нее хорошая длина. При всем при том, что она без меха под низом, она очень теплая, и я ношу ее зимой. То есть я одеваюсь, как обычно, да, одеваю ее сверху, и все тепло. Также капюшончик есть здесь, который тоже очень круто смотрится. Скину ссылку, кто захочет такую куртку. Или чуть похожую, есть там с мехом вот здесь вот, да, ну с такими же всеми надписями. Я брала себе размер M, сразу скажу, потому что S-ка она была мне как раз, но мне хотелось посвободнее. Мне кажется, что эта куртка должна быть такая дутая, свободная, и поэтому я взяла M-ку. Но S-ка она сидит такая, идеально впритык. Еще я заказала себе с AliExpress вот такую курточку бежевую. Потому что, знаете, часто, когда мы одеваем что-то светлое или хочется вообще что-то светлое, темное уже не подходит. Поэтому хочется что-то другое, и тогда можно одеть такую светлую куртку. Я тоже оставлю ссылочку, где я купила. Цвет у нее немножечко сиреневый. Вот зайдете, вы посмотрите. Сейчас тоже модные эти куртки. Они такие дутые. В общем, глядите. У этой куртки очень глубокие карманы, смотрите. Даже можно не брать сумку, все в карманы поместить. Капюшон очень большой и вместительный. Вот на этой куртке капюшон можно делать вот так, но лучше его носить свободненько. Сделан достаточно качественно. Предыдущую куртку я брала в другом месте, но в этом магазине я ее нашла впервые, и она стоила там в два раза дешевле, где я покупала. А я покупала в шоуруме, где тоже их уже нету, к сожалению. А вот эту куртку я заказывала там, и единственное, что здесь коротковатые рукава, вот, допустим, для меня. Я вообще по себе, ну, не такая, чтобы прям высокая, да, 1,73 м у меня. И у меня длинные руки. Длинные ноги, длинные руки. И, в общем, надо бы заказывать, наверное, еще мне на один размер больше. Поэтому, если у вас, допустим, S-ка, заказывайте M-ку. Если у вас M-ка, может быть, L-ку лучше заказать, для того, чтобы рукава были длиннее. А так сделано все очень качественно, очень глубокие карманы, реально можете просто не носить сумку. Хороший замок, все достаточно качественно сделано. Еще мне нравится вот здесь внизу. Вот здесь внизу. Вот такие клепки. Длина очень хорошая, тем, что попа прикрытая, и вы будете... В общем, в тепле. Она реально очень теплая, даже не считая того, что она без меха. У нее офигенский цвет. Посмотрите, как он подходит под мои волосы. Он вообще идеальный. И у нее очень крутой капюшон. Крутой капюшон. Так что теперь я вот такая вот модная, и вы меня будете видеть в этой курточке тоже. Не знаю, надо только что-то с рукавами сделать. Йоу-йоу-йоу!
Йоу-йоу. Все, мои хорошие, вот эти покупочки две я хотела вам рассказать, поделиться. Утепляйтесь, мои дорогие, заказывайте себе курточку. Посмотрите, на самом деле там большой выбор всяких курток. Я вот решила попробовать вот эту заказать куртку, она мне очень понравилась. Кому понравилось, ставьте лайк и проходите по ссылочке. Я оставлю все внизу на обе курточки. Увидимся. Пока-пока. Слушай, куртка крутая, реально. Посмотри, как капюшон. А? Капюшон крутой. Стоит сколько? Ой, там цены вообще мелкие. Моя стоит, я ее покупала за 5,5, мы же с тобой брали. Там она 3200 стоит. Вот это около 2, по-моему, стоит. Слушай, я еще не рад. Пока покрутилась, тут еще больше полюбила я.